Говорят, что примария им должна, не перечисляет. А люди платят. Нам ничего не выдают. Ни спецовки, это ни сегодня воды. Вы сегодня не работаете, да? Да. Нужна зарплата. Мы по деньгам не работаем. И завтра тоже. Мы не знаем, сколько это продлится, неделю, две, мы не знаем. Пока не работает, рассчитаться не будем работать. Пожалуйста, через 4 дня вы походите по городу, посмотрите. Полное погашение заработной платы. Посмотрите. Они поймут, что от нас что-то зависит. Пускай нам как... Нам зарплата. Засчитывается полностью зарплата и переведут обратно в муниципаль. Мы, когда работали в муниципе, у нас проблем не было. Мы и зарплату получали вовремя, и спецодежду, и все у нас было. Дали пакет, люди ж платят. И участки были меньше. Ничего нет. Они взятки добавили, зарплату. Предоставили документы, что они нам 2,5 раза подняли цены. Подняли зарплату. Нам ни копейки не добавили. А примария по повышенным ценам им перечисляет деньги. За уборку территории вы имеете? Уборку территории. Да. Есть дополнительные территории, которые нас гоняют. По-другому нельзя сказать. Мы идем, люди идут работать за детехника нас. Потому что техника не справляется с той работой. А нам, рабочим, ни копейки. А примария им за это добавляет, перечисляет деньги. Рабочим ни копейку не добавляют за это. А если некоторые... Есть некоторые объекты, нету людей, они нас гоняют. Оплатить им не платят. Ни за дополнительные работы, ни за что. Если человек идет в отпуск, его кто-то замещает, он выполняет 100% работу. Начальство платит рабочему тому только 80%. Почему такое? Нет, 80%. Нет, кто-то сказал, что 80%. У нас в бригаде вот сделали типа бригадный метод, трое человек. Одного берут на покос на все лето, и двое работают, выполняют работу за третьего. А зарплата та же самая, ни копейки не добавляет. Мы работаем, праздники были, ни копейки.